Всем привет-привет! Погодка сегодня хорошая у нас. Барсик сидит свежим воздухом, дышит. Барсик, ты здесь? Я здесь. Убралась вчера здесь все ему. Он опять сидит водить. Оставила. В мою коллекцию добавился еще один миньон. Вот вам голубь машет крылышком. Это вот такая вот статуэтка. Тут не было у нее шляпки, половину пришлось сделать мягким пластилином. Ну, типа как цветочки вот такие вот. Подсвечник такой вот. Написано Турция. Это мне его подарили. Это вот такая вот курочка. Из прутиков сделана. Раньше они такие были популярны. Сейчас не знаю, наверное, нет уже. Раньше корзины делали. Следующая полочка. Это миньончики. Кто угадает, какой миньончик добавился? Вот такой вот добавился, такой вот шляпка миньончик маленький добавился. Пробку взяла обычную из бутылки, обвязала ее и шапочка, вот такая вот кепочка получилась у него. Классненькая. Этот бананчик крылышками своими порхает. Вот такой бананчик. Я здесь вчера все поприбирала, убралась. Так вот у меня теперь все выглядит. Здесь хранятся. Понятно, уже нету, кто-то унес. Ну кто, ну дочь унесла. Там где-то положила. Меня запрятала, наверное. Вот такие вот дела. Орхидея моя растет. Вон второй там листик. Вот его видно уже. Быстренько, заметно пошла расти. Это хорошо. Здесь у меня улиточки. Растут в аквариуме. Рыбок не стало. Улитки остались. Поели все водоросли. Не вон пеньки остались. Только. Такие. Улитки называются катушки. Если я не ошибаюсь. Вот барсик пришел, развалился. Вот такой вот длинный. Длинный хвост. Барсик длинный хвост. Чё, спать хочешь, да? Барсик. Тебе не надо мешать. Ты нос. Всем пока-пока.